Go!
Ладно, теперь займемся делом. Thank you.
Thank you.
Я смотрю, вы кое-что обронили. О, спасибо за помощь.
чем дело? Прошу, не мешайте мне молиться. Я жду Фрейю, исцелительницу. Я здесь. Она меня вылечит. Я служила ей верой и правдой. Она ни за что не бросит. Это я, Фрейя. Что тебе нужно? Лишь она может вылечить меня жрицей, тенником и костянкой. Надо ей помочь. Она просит лекарства, но она мертва. Она в ловушке и не знает о собственной смерти. Принесем ей то, что нужно, освободим ее. Ты уверена? Я должна что-то сделать. Ей нужны жрица, тинник и костянка. Мы их найдем. Ты ее знаешь? Эту хворую душу? Нет. Была пора, когда я знала всех своих людей в лицо, но... Кажется, боги живут слишком долго. И я тоже так думал. Хорошо. Осталось добыть еще один ингредиент. А потом что? Я все исправлю. Мы нашли все, что нужно. Вернемся к больной душе. Ты можешь излечить мертвого? Я обещала заботиться о своем народе. Ты ведь ее даже не помнишь. А она тебя. И что? Ладно, давай вернемся. Могильный камень. Еще один берсерк. Вы пришли меня исцелить? Мы собрали растения. Неужто ко мне возвращаются жизненные силы? Я чувствую Фрейю. Я пришла. Я знала, вы вернетесь. Пусть другие и проклинали вас. Спасибо. Теперь отдыхай. Ты это заслужила. Спасибо, моя госпожа. Я и впрямь устала. Продолжим путь. Да. Отважный! Вор! Эта печь тебе не принадлежит! Сзади! Тебе конец! Опасный рейдер! Задай удару! Тебе конец!
Осторожно, сзади! Ooh!
Рейду! Рейдур! Смерть нашла тебя! Вот это бойня! Черт прервется! Цирк отважный! Этот меч тебе не принадлежит! Тебе конец! Тебе конец! Берегись!
Go!
Yeah!
она связана с духами. Это символ их предательства, их воплощенная жестокость. Скорее бы от нее избавиться. Если я ужился с клинками. А ты прав. Если Скофнунг поможет избавить земли от этих ублюдков, я могу потерпеть.